Огромнейший-огромнейший привет! Я рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Новосветлова Наталья. И в этом видео мы вместе с вами посмотрим мою посылочку, мой заказик от компании Mary Kay. Поэтому наливайте себе кружечку чая или кофе и, конечно же, приятнейшего вам просмотра. Этот год я размещала заказы, получила массу разных подарков, бонусов от Mary Kay. Приятных штучек, разных косметичек, повязок, сумочек и всего остального. И хочу сказать, что этот заказ, он не исключение. Если вы что-то хотите для себя заказывать, также участвовать в акциях, поэтому обязательно загляните в инфобокс под это видео, и вы обязательно там увидите ссылку, по которой сможете пройти, зарегистрироваться и напрямую от компании заказывать. Мы сегодня с вами посмотрим, что интересного я заказала. А заказала я... Давайте первое, что посмотрим. Вот такой вот дополнительный у нас каталожик, продуманный от компании. Здесь наборы и подарки. И на этот раз я хочу вам показать, будет два набора, кстати, да, два набора, которые я заказала из этого предложения. Здесь было много разных, и косметических, и уходовых, и вот такие вот комплекты с ароматами, с новинками, шикарнейшие косметички. Все, я вам это показывала. Так, ну где же этот набор? Супер набор, к которому еще приходит плюсом для романтического какого-либо или творческого настроения дополнительный подарочек, который просто так не купить, который только можно получить в комплект к этому. Это у нас здесь вот на обложке я заказала. Это набор такой вот иллюмине, и к нему в комплекте идет свеча. Мне пришли вот такие вот свечки к этим духам иллюмине. И я хочу сказать, что сейчас мы все это посмотрим. Духи вот так вот упакованы. Значит, вот такие вот две тут свечки. Без вас не заглядывала, не смотрела. Такие духи я очень люблю, ими пользуюсь. Это у меня уже второй флакон в ходу. И как он шлифит зимой. Я просто наслаждаюсь этим вот шлейфом. У меня тоже девчонки знакомые, кто пользуется. Я просто наслаждаюсь этим шлейфом, который я слышу от них. Это у нас премиальный аромат для роскошных женщин. Посмотрите, какой флакон. Сразу чувствуется такое толстое стекло, прям какие-то такие есть и грани, и есть прям он такой, ну вот прям приятный, округлый. И самое главное, что он шлейфовый, он располагающий к себе, он такой деликатный, он подойдет вам как для офисного варианта, для какого-то мероприятия на корпоративе, подойдет для романтической... свидание там или еще либо куда-либо, он вообще просто подходящий. И даже по времени года я не могу сказать, что вот он зимой такой, летом такой, он многогранный. Хочу сказать, что здесь у нас в верхних нотах это спелый мандарин, который явно сразу же первым вздохом поднимает настроение и располагает к себе. Острый красный перец, но какую-то такую пикантность это придает, да. И утренняя роса, понимаете, утреннюю росу, вот как пахнет утренняя роса, когда выходишь, да, там из палатки утром, прекрасно. А в середине ноты у нас алый пион и жимолость. И уже в нижних нотах у нас кашемировое дерево, ваниль и белый мох. Поэтому он такой окутывает, располагает, согревает, но он не приторный, он не надоедливый, ну, в общем-то, классные духи, которые я вам рекомендую, и вот такой вот наборчик. Сейчас посмотрим, что же тут за свечки. Мне вот такие вот пришли свечки. Я видела свечи, которые прям непосредственно представлены в каталоге. Посмотрим, и здесь у нас две свечи в такой вот упаковке металлической. И здесь сверху написано «Воплощай сказочные мечты». И давайте обкроем и все посмотрим, если сможем открыть. Не так-то это просто. Приятный аромат. Ну, обычные свечки, в общем-то, здесь уже так залиты.
без блесток, без всего такого. Ну, то есть, вот такие вот. А в дальнейшем, это как, знаете, как можно использовать, если потом, когда свечки у вас горят, как две какие-то шкатулочки, ну, такие, да, для хранения чего-либо. Ну, приятно, очень приятно. Ну что, давайте будем дальше продолжать и посмотрим, что еще я заказала из этого каталога с наборами. Я заказала набор для проблемной кожи. Это вот такой вот набор серии Clean Proof. К нему в подарок еще идет пакет подарочный и повязка. Значит, серия Clean Proof для проблемной кожи. Здесь у нас получается, давайте будем плавно все смотреть, вот такой вот большой подарочный пакет с красивыми очень ручками. Все пакеты очень качественные, очень плотные, из плотного такого, все добротное, все классное, смотрится красиво, и дарить в таких пакетах одно удовольствие. Следующее, это у нас повязка, повязка на голову. О, какая повязка классная, вот такая вот классная повязка, которую можно носить летом шортами, можно дома, да, и здесь у нас такая резиночка на голове, прическу, какой-либо хвостик, не хвостик, такая повязка, в общем-то, украсит, как такая, как ободочек, ну, и, ну, классно, качество похожее на атлас, простроченное, и, в общем-то, шикарно, шикарно. Ну что, давайте будем смотреть набор. Значит, набор у нас состоит из очищающего средства Clean Proof. Скажу сразу, что это серия для проблемной кожи. Это серия, которая не может использоваться как каждодневная серия. Это серия, в принципе, для решения вопросов и задач, прыщей, комедонов. То есть есть необходимость, попользовались, смотря какие продукты, для чего. Ну, то есть я думаю, что вам, конечно же, если вы смотрите мое видео и просто интересуетесь продукцией компании Mary Kay, я буду рада вам помочь и ответить на все ваши вопросы, потому что по продукции я знаю очень-очень много. Вот. Если каждое средство может использоваться как в дополнение к вашему уходу, так же как, но не на постоянной основе, я имею в виду. Это такие допродукты, которые помогут вам с решением, в общем-то, прыщей. А прыщики у нас бывают 4 стадий. Вообще процессы, количество прыщей, я имею в виду, поэтому все от этого тоже очень много, в общем-то, зависит. Но мы так в общем смотрим. Это средство для очищения проблемной кожи. Я, кстати, первый раз, все остальные, наверное, продукты у меня все, так что посмотрим. А этот продукт, я его не заказывала, потому что это очищающее средство, вот так вот оно выглядит. Его вот использовать, когда есть какие-то проблемки, раз попользовались, попользовались в дополнение к вашему уходу. Но оно точно такое же. У меня два подростка, плюс у самой бывает что-то, то на сладенькое налег, то еще там что-то. Ну и, в общем-то, вот такое вот очищающее средство. Дальше у нас сыворотка для проблемной кожи, такая вот с дозатором. Потом у нас крем для проблемной кожи точечного действия. Эти два продукта, они работают в дополнение друг к другу, поэтому если вы пользуетесь чем-то другим, то эти два продукта, они именно вот дополняют друг друга, и тогда максимальный эффект усиливается, и он будет получен. А дальше у нас маска на основе угля. Это у нас угольная маска, которую знают все. А кто вообще, многие чаще всего с этого как-то продукта и начинают, потому что видят результат, она очищает поры, она подтягивает поры, она их сужает, она подтягивает овалы лица, она обладает таким лифтинг-эффектом. А эту маску, ну, 2-3 раза в неделю делать и достаточно. У меня дети делают это точечно на каких-либо зонах, если возникает прыщик, если нужно как-то подсушить, это как-то снять. Вот это все можно прям точечно куда-либо там нанести и порешать вопрос, полечить проблемную зону. Так, и у нас еще крем для проблемной кожи. Так, это значит, у нас обезжиренное увлажняющее средство для проблемной кожи. Ну, это как бы как такой крем гелеобразный, в общем-то,
И получается, что это целиком вся серия Clean Proof, потому что ее постоянно спрашивают, постоянно это продукты в ходу, которые просто необходимы и нам также. Ну что, давайте будем смотреть дальше. У нас еще здесь много чего интересного. И следующее, что я вам покажу, это такую систему, которую я заказала повторно, да, я такой пользуюсь. Это у нас дерматокосметическая система Clinical Solution. Она идет вот в такой вот подарочной упаковке. Сейчас я вам показываю два продукта, которыми я пользуюсь. Отдельно снимала во влоге на видео на своем канале, где вам показывала, на какой я уже системе. В общем-то, эта система у нас состоит из ретинола 0,5% и из молочка для лица. Плавно вы эту дерматокосметическую систему встраиваете в свой уход. Если вы пользуетесь, допустим, чудо-набором или системой Repair для лица, или даже с Clean Proof только не сочетается, да, вот, то вы там внутри лежит дневник ретинизации. И все полнейшим образом написано. На первых двух неделях эти продукты наносятся смешиванием. Молочко нужно там потрясти. Ну, в общем-то, целая наука. Вы в домашних условиях делаете такие классные процедуры, как будто вы у косметолога. Только вы своими ручками и все это используете. Наносите, потом уже смешиваете, потом увеличивается количество применений за неделю. Я уже прошла 8 недель ретинизации. Хочу вам показать, что за эти 8 недель у меня всего лишь вот так убавилось молочка, поэтому эта система экономичная. Сейчас я уже планирую переходить на применение по вечерам. Я только по вечерам использую эту систему и только на применение. Ну, скорее всего, каждый день, но может быть там через день, ну, чтобы там что-то не забывать. Смотрите, здесь у нас ретинол 0,5%, это сыворотка. Способствует выраженному обновлению кожи. Результаты 8-недельного клинического тестирования проводились. На 19% визуально сократились количество морщин. На 27% повысилась упругость кожи. На 40% тонус кожи стал ровнее. На 50% увеличилась эластичность кожи. На 100% кожа стала более гладкой. На 400% кожа стала более сияющей. Вот такие вот, значит, исследования. А дальше у нас здесь ретинол. В личном кабинете у зарегистрированных консультантов есть раздел Link and Learn, в котором есть разные обучения. И именно прям отдельное обучение по этой системе, как использовать, что делать, как встраивать, чтобы получить максимальный результат. Значит, это у нас успокаивающее, восстанавливающее молочко. Теперь я уже не смешиваю, я наношу, конечно же, послойно. И здесь у нас растительные масла, кокоса, жожоба, сафлора и оливы, которые входят в состав продукта, насыщают кожу полезными и жирными кислотами, успокаивают и уменьшают ее раздражение. Содержит глицерин и сквалан из сахарного тростника, который помогает предотвратить потерю влаги и избежать появления сухости кожи. Эти свойства молочка помогают уменьшить дискомфорт на коже во время ретинизации. Также молочко прекрасно увлажняет кожу и может использоваться в качестве дополнительного увлажняющего средства на каждый день. Поэтому можно продукты заказать по отдельности. Вот сейчас уже есть такая, в общем-то, возможность. Мне нравится вот в комплекте, конечно же, дешевле в наборе. Эффект классный получается. Ну, в общем-то, и к вот этой вот дермосистеме приходит вот такая вот повязочка пришла. Я уже такой, значит, не смогу вам открыть как-то почему-то. Как-то почему-то странно, хотя, мне кажется, здесь такая, да, она открывается-закрывается. А вот такая вот милейшая повязка именно для ванны, удобная умываться, и чтобы вы уже делали свои процедуры,
в общем-то, не пачкали волосы. Это удобно. Дальше, что мы с вами посмотрим? У нас еще два интересных предмета, которые мы с вами не успели. Когда я получила свой заказ, я думаю, что же это такое? Так покрутила коробку и увидела здесь надпись. Но давайте, пока я открываю, ваши предположения. Это не косметика, я такое не заказывала. Думаю, что же это может быть? И вы сейчас увидите такую красоту. Посмотрите, какая красота. Какой красивый бант. Это новогодний набор шоколадных конфет. Воплощая сказочные мечты. Это я получила в подарок за свой заказ от компании. А вот к этому Новому году очень приятно. Здесь у нас набор шоколадных конфет 25 штук. Так, мы сейчас с вами заглянем в бант, смотрите. И здесь у нас... Ой! Как пахнет вкусно! Я даже и не заглядывала. И в виде сердца... Так... В виде сердечек, в общем-то, давайте посмотрим. Какой цвет. Красивый, как я люблю. Это у нас конфеты. Ну, круто же, круто. Вообще, вот просто такие прям конфеты гнездо. Ой, а пахнут прям вообще вкусно очень. Ну, в общем, банк коробку, конечно же, украшает. Вот какая идея подарка. Так украсить, да, конфеты, и уже просто прекрасно, просто прекрасно. Следующее, что мы с вами посмотрели. Так как я делаю заказы регулярные, это есть возможность у всех консультантов, есть такие программы для зарегистрированных консультантов. Если ты каждый месяц размещаешь заказы, там, ну, есть определенные условия, конечно, без условий, ну, сами понимаете, просто никуда. Если ты их выполняешь, ты, в общем-то, в клубе постоянства. И по клубу постоянства ты можешь выбирать... Каждые там 3 месяца, если ты размещаешь каждый месяц заказ, значит, подарок по клубу постоянства. Вот. И в этот раз я выбрала, сейчас, кстати, вот с этого Нового года уже клуб постоянства, подарки меняются. Поэтому пока ты участвуешь целый год в клубе постоянства, ты даже, в принципе, не все подарки успеваешь по нему получить, потому что, ну, вот тогда... Я получила по клубу постоянства вот такую вот большую сумку. Значит, а можно было выбирать перчатки, что-то там, снуд. Но я ничего такого не выбрала. В общем-то, сумок, конечно, у меня много. Вот такая вот большая сумка с малиновым дном. Она с малиновыми ручками. С малиновым замком. Ну, такая вот большая сумка. Вот, значит, ну, с этой стороны начерник, с этой стороны рисунок. Так, у нее здесь подклад, карманы. Ну, в общем-то, как я говорю, в хозяйстве все пригодится. Значит, для чего-то она мне нужна, а я еще не знаю для чего. Ну, пока не определилась, но, наверное, для чего-то она мне, в общем-то, нужна. Она такая вот довольно-таки это. Видела, с такими ходят, пользуются. Кто-то документы какие-то. Это она такая довольно-таки объемная. Но хотя, когда она уже становится, это она даже становится немножко не такой большой, потому что здесь хорошая донышко. И она здесь как-то вот так вот, да? Раскладывается и становится немножко размером поменьше. Поэтому надо все посмотреть в объеме. Может быть, это кажется большая, а потом она становится уже чуть-чуть как раз-таки. Ну, а мы, девочки, не умеем помалу носить у нас и то, и то, и то, и все нужное и необходимое. Поэтому получается, что я не помещаюсь в маленькие совсем сумочки, вот такие миниатюрные. Хотя мне очень нравится и хотя очень хочется. Ну что... Это вот такой вот мой классный заказ. Мне очень все нравится. Я довольна. Все, что, в общем-то, я заказала, все пришло. Почему-то сейчас с тем этим дальше наслаждаться. Ну что, пишите, что для себя заказываете, что из этого пробовали, ваше мнение об этих продуктах. Ну, а я буду с вами прощаться. Обнимаю вас очень крепко, целую, говорю вам всем пока-пока, до новых встреч на моем канале.